Александр Твардовский, Василий Теркин. Книга про бойца. На войне в пыли холодной, в летний зной и холода лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки, какой угодно, из ручья, из-подо льда. Лучше нет воды холодной, лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под хвойным кровом, на стоянке полевой. Уж нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар парень свой, чтобы чувствовался недаром, чтоб подчас не спал ночей. Лишь была бы она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей. Чтобы идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше. Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки. Шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки. От бомбежки на другой. Без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин. Вася Теркин, мой герой. А всего иного пущи. Не прожить наверняка без чего? Без правды сущей. Правды прямо в душу бьющий. Да была бы она погуще, как бы ни была горька. Что ж еще, и все, пожалуй. Словом, книга про бойца. Без начала, без конца. Почему так, без начала? Потому, что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне, делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Как же вдруг тебя покинул, старой дружбы верен в счет, словом, книгу с середины и начнем, а там пойдет.